Яких іще негараздів чекати від цієї хвилі пандемії і скільки вона може тривати? Ці та інші важливі питання обговоримо з Катериною Булавіновою, лікаркою-інфекціоністкою, експерткою ЮНІСЕФ. Пані Катерино, дякую вам, що ви знайшли час у вихідний день і завітали до нашої студії. Пані Катерино, яку пандемічну ситуацію ми з вами спостерігаємо зараз? Це пік цієї хвилі чи іще буде найстрашніше попереду? Ну, по моєму мненню, ми до піка ще не добрались. Ще не дійшли. Впереді ще дуже багато страшного. І тому убедительна просьба всім, хто думає, тому що є дуже багато людей, які до сих пор думали, збирались, відкладували на потім, нічого не відкладати. І, во-первых, пойти і срочно привитися, помніть о том, що вони будуть захищені через 2 тижні після второї дози. Поэтому вести себя супер осторожно, чтобы не заразиться в очереди на вакцинацию, чтобы не заразиться по дороге на вакцинацию, чтобы в это все время ни в коем случае себя не подвергать никакому риску, впрочем, и после тоже. И второе, наконец-то смоделировать ситуацию, что если кто-то из ваших членов семьи заболел тяжелым ковидом, что вы на самом деле будете делать, где доктор, которому вы доверяете, в каком мессенджере вы будете с ним связываться, насколько вы готовы к этой ситуации, есть ли у вас пульсоксиметр, тонометр, термометр, знаете ли вы, где взять кислородный концентратор и так далее. То есть решить для себя какие-то практические очень важные вопросы. Я почему так говорю? У меня шквал обращений от пациентов, и я вижу, что многие из них все думали-думали и не дошли до вакцинации, а многие все думали-думали и так и не готовы. Как бы совсем оказались. Ну, зараз дуже багато людей бояться, що ризики заразитися під час вакцинування, там дійсно в пунктах щеплення великі скупчення людей. І ці ризики в них переважають над тією небезпекою, яка існує. Ні, вони все одно ходять в магазин, вони все одно ходять в аптеку, вони все одно їздять в общественному транспорті. Просто ми все время просимо, щоб ще і в очереді на вакцинацію, щоб люди соблюдали все-таки дистанцію друг от друга. І є ще дуже така уязвима група людей, про яку хочеться сказати окремо, це беременні жінки. Мы стали делать такие эфиры уже где-то год на ЮНИСЕФе, на канале доктор Булавинова в Ютьюбе. У меня в гостях был акушер-гинеколог Каминский, он главный акушер-гинеколог Украины считается. Вот, и многие годы, да, то есть он очень уважаемый человек, он лечит пациенток беременных с ковидом, у него их очень много. И его порады вакцинуватись негайно просто всем беременным женщинам, потому что вывести беременную женщину из этого состояния очень опасно. Есть риск как для жизни самой беременной женщины, так и, например, даже когда женщина выходит после вот перенесенного ковида, то не всегда потом с ребенком все окей. Поэтому это двойной риск для матери и ребенка, и он очень там прям всех призывал, чтобы срочно люди вакцинировались. Потому что все женщины, которые госпитализированы беременные с ковидом, и все, которые умерли от ковида, их умерло, к сожалению, много, они все не вакцинированы. Питание третьей бустерной дозы, так называемой, зараз дуже багато вже, ну, иммунизация с підпалкою, вона дає свій результат, так? Зараз все більше і більше цих людей, але все ж таки процент населення щеплений ще достатньо низький. У нас дуже вже багато людей, яких термін від другої вакцини більше, ніж півроку. Міністр Ляшко говорить, що про бустерну дозу поговоримо після того, як 50% населення буде вакциновано. Чи не запізно це? Конечно, общество очень сильно раскололось. Есть группа, которая уже хочет свою третью дозу. Очень ярая провакцинальная есть группа, которая очень хочет свою третью дозу для себя, для родителей, для бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. К ней отношусь и я, конечно же, тоже. Вот. И мы все уже хотим свою третью дозу. В то же время министр, конечно же, должен давать доступ к вакцинам всем. И он должен убедиться в том, что и первую, и вторую дозу получит как можно больше людей до того, как он даст третью дозу. Из такой позитивной динамики есть доступ у детей от 12 лет у всех. То есть все родители, которые хотели это сделать, могут это сделать сейчас. И убедительная, конечно, просьба ко всем, кто смотрит вашу программу, она очень рейтинговая, выходные вечер люди смотрят новости. Во-первых, помните о том, что не нужно проверять никакие антитела перед вакцинацией и мерить их. Это абсолютно бессмысленно. Нет таких рекомендаций. В этом нет никакого смысла. Во-вторых, посмотрите на настоящую статистику, что лежат сейчас в отделениях в реанимации и на кислороде умирают люди в основном не вакцинированные. Крайне редко попадается в реанимации вакцинированный человек. И звернуть увагу на то, что вкрай высока смертность в цей час цієї хвилі. Ви згадали про те, що в нас уже дозволили щепити дітей і підлітків від 12 до 17 років. Нагадаємо, що це можна робити тільки Pfizer-ом. У США цим Pfizer-ом щеплюють вже дітей від 5 років. Коли такий сценарій можливий і у нас? Пока, опять-таки, речь идет о том, что все должны получить первую и вторую дозу, и тогда можно расширять как группу для тех, кто третью дозу получает, так и детей, которые младше. Но пока что очень важно, чтобы все получили первую и вторую дозу. И когда я говорю «все», в первую очередь нас, конечно, интересует группа риска, потому что мы видим, что погибают в первую очередь. Конечно, есть и молодые люди, которые погибают от ковида. Но если посмотреть внимательно на статистику, самая большая группа по размеру – это группа 60+, 70+, люди со всеми
заболеваниями. И очень страшно смотреть на детей и внуков, которые потом говорят, ой, мы как-то не подумали, что это так срочно, мы не успели их вовремя уговорить это сделать. Поэтому большая просьба ко всем, чтобы уговорили своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и родителей сделать это сейчас и помогли им это организовать, если те не могут это организовать для себя сами и следили, чтобы они ни в коем случае не подходили близко к другим людям в очереди на вакцинацию. Моє наступне питання, воно, можливо, трохи наївне, але воно наболіле. Зараз, ну, принаймні, у колі моїх друзів і знайомих, проблема вибору постала. То не було в нас вибору вакцин, да, ми чекали хоча б AstraZeneca, нам дісталося. Зараз вакцин багато, на любий смак, як то кажуть. І люди починають щось вигадувати, щось видумувати. Чи є якісь пріоритети у вакцинації, наприклад, за віком, за вагітністю, за онкологією? Яким препаратом краще, при якому стані щепитися? Якщо річ йде о дітях і беременних жінках, то предпочтення віддається Pfizer, Comirnaty, хоча беременним ще й Moderna, тобто більше всього даних по МРНК-вакцинам. Але це не значить, що остальними не можна. Остальными тоже можно, просто в мире больше всего данных именно по МРНК-вакцинам. Всем остальным выбирайте на любой вкус. Кто-то, например, хочет коронавак, потому что он меньше дает реакции, более старомодная вакцина по типу как вакцина от гриппа. Кто-то хочет все новое, суперэффективное, такое как бы с очень высокой эффективностью Pfizer, Moderna. Кто-то хочет Astra. На любой вкус выбирайте, что хотите. Все эти вакцины достаточно эффективны против Дельты, поэтому выбирайте как бы что хотите. Главное, уже сделайте свой выбор и защитите свою жизнь, потому что речь идет именно о защите жизни. Я думаю, что все прекрасно понимают, что статистика, которую мы видим, она ниже реальной. Не потому, что кто-то что-то скрывает. Потому что кто-то не сделал ПЦР, кто-то умер на дому, кто-то еще не попал в статистику. Эта статистика, в том числе и по смертям, она ниже, чем настоящая. И она очень страшная. То есть это очень-очень много людей. Это очень большие потери. Я дякую вам і за цю розмову, і за ту титанічну працю, яку ви робите для подолання хвилі пандемії. Наш майданчик завжди для вас відкритий. Дякую за те, що ви завжди зголошуєтеся брати участь у наших програмах. Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ, відповідала на мої питання.